Всем привет! Сегодня 16 января и первый день позитивного коронатеста. Состояние плохое, температура 38 и 7, ломка во всем теле, голова сильно болит, озноб по всему телу сильный. Нет аппетита как такового, ничего не хочется есть. Пить тоже не хочется. Приняла сегодня аспирин, одну таблетку. Таблетки мукалтина от кашля. Кашель очень глубокий, сильный. Внезапно совершенно появился. Витамин С, цинк. Это медикаменты, которые я сегодня приняла. Сегодня я сходила на ПЦР-тест, так как дома быстрый тест показал положительный результат с двумя полосками. И сегодня я сделала тест еще дополнительно. ПЦР. Что за вирус? Дельта или омикрон или еще что-то другое, пока непонятно. Может, кто знает по симптомам или кто уже переболел, может рассказать или посоветовать что. Спасибо заранее.